Сюда съездили к стоматологу. Все отвезли бабулю домой с братом из школы. И, в общем, хотели сначала пиццу заказать, а решили, что надо пожарить картошки. Так что камера приближена. Да. Причем на очень много. Вот, жарим картошку с луком. Сейчас покажу, с чем еще. Сережа белые грибы собирал. Я вам показывала в каком-то улоге. Мы их заморозили. Сейчас. И вспомнили, что они у нас есть, даже холодные, вкусные. Купили, зашли в ларек селедки, скумбрии. Еще вот эти вот, это финики. Сегодня по рекорду, когда работала, слушала, что, оказывается, они очень полезны. Блин, красивее бы мне выложил. И нектаринки. В общем, сейчас будем вкусно есть. А Сережа себе сделает селедку с луком красным. В общем, фиников надо где-то 5-6 штук съедать, потому что они... Это какой-то налет, надо промыть его будет. Они для мозга хорошо, память потом от них хорошая. И, кстати, в них много протеина и белка. Так что буду есть. За этот уже ест. Купила ложки, но не могу от них отмыть. Ой, вот это липкий слой. Скажите мне, чем можно его отмыть. Сейчас подниму. Потому что очень хочется им пользоваться. Такие вот обычные ложки. Покупали в 1000 мелочей, но хочется попользоваться. Но не знаю, чем отмыть. А сразу скажу, средства с жидкой для снятия лака у меня нет. Сегодня муж у меня в третью смену. Это значит, что я всю ночь одна. Я очень люблю убираться по ночам. Девочки, кто любит убираться по ночам, напишите в комментариях. Очень мне интересно, одна ли я такая. И еще я заметила, что я люблю убираться, когда Сережи нет дома. То есть, когда я одна. Так, знаете, все как-то спокойненько, плавненько. Когда он дома, то мне хочется также с ним отдохнуть, допустим, полежать, если он отдыхает. Когда он, допустим, в третью, то, естественно, он почти целый день дома, отдыхает, спит, съездит по делам и опять спит. Но я тоже люблю убираться, когда он спит тихонечко. Единственное то, что в спальне нельзя убраться. В спальне я убираюсь, когда он в третью смену. А так на кухне, в зале я всегда убираюсь, когда он в третью, во вторую. И мне интересно, одна я такая? Или вы тоже за собой замечали, когда муж дома, то хочется как-то побольше времени провести с ним, тоже полежать, и как-то все не так. Но очень люблю я с ним готовить. Мы часто с ним готовим вместе, когда он, допустим, не в, ну да, в третью или во вторую, в первую, вот во вторую не получается вместе утром готовить. В общем, я разбираю всю посуду на мыло. Все быстренько убираю, и, в общем, я люблю в 12 в час ночи убираться. Или, допустим, Сережа приходит почти в 12 ночи со второй смены и видит, как я убираюсь. Он говорит, ну все, опять на тебя напала ночная уборка. Говорит, я это, говорит, не люблю, я люблю днем убираться, ты всегда ночью, я ему тоже там, зай, сделай то, сделай это. Он, естественно, хочет это делать днем. И вот он отдыхает, а я убираюсь. Вот такая у нас сегодня небольшая уборочка вместе с вами, мотивация на уборку. Я почему это делаю на ночь, ночью перед сном? Я люблю заходить в чистую кухню с утра и кушать в чистоте, а не стоять мыть с утра посуду. У меня получилось для вас небольшое мотивационное, не смогла выговорить с первого раза, видео. Буду с вами прощаться. Вот такая вот уборка. В следующем видео у меня будет перестановка, так как у нас теперь нет морской свинки, к сожалению. Теперь место освободилось, и я на это место переставлю стол. Так что смотрите в следующих влогах. И спасибо, что были со мной, досмотрели до конца. Всем хорошего, энергичного настроения. Скоро с вами увидимся. До новых встреч. Всем пока-пока.